пол глазами вратаря. Жень, сколько прошло времени с того момента, как мы это пытаемся снять? Слушай, ну тогда еще деревья были серыми. Вы заспамили, даже мне, все комментарии, типа, Жень, там вообще-то 130 тысяч лайков, вы там когда все снимать-то будете? Мы выбрались из спячки, мы просто ждали, пока перестелят поле, чтобы... Да, новый газон. Наверное, интересно, как вообще все-таки мы сделаем конструкцию, чтобы видеть удары глазами вратаря? Все очень просто, они вшили мне камеру в глаза. Просто... Это кепка, да, невероятная конструкция. Гениальная идея была сконструировать такое, то есть в козырек мы врубили. Крутили штырь, болт. Пример, Женек, как это будет. Вот так. Усейн штырь, он же болт. Я, кстати, тут на GoPro-шку снимал с груди. Получается, какая проблема? Идет удар, я перед ударом делаю вот так. Ну понятно, да. GoPro снимает полностью вот это. Потом идет падение, она снимает что-то. И, ну, короче, картинки не получилось. Вилсаком, если вдруг ты смотришь живой футбол. Звони, ребята, посмотри на это. Пока разомнемся. Извините. Сначала мы, естественно, начнем с самой ближней дистанции, это пенальти. Самое интересное, все-таки, там уже будем бить обычные штрафные и постараться именно исполнить удар, который будет изменять траекторию, либо замрет. Вот это будет интереснее всего посмотреть, как что видит вратарь, когда мяч летит в него и перемещается там влево, вправо. Причем, что самое, наверное, будет интересное, когда мяч летит именно четко в вратаря, даже не в угол, а мертвым, изменяя траекторию вправо-влево. Погнали, пенальти, Жень. Мы тебе сегодня желаем большой удачи. Чувствую себя космонавтом. Я был близок сейчас, да, конечно, к тому, чтобы отбить. Ух ты. Вот она, почти Зидан. Лео Месси. У меня всегда были проблемы с пенальти. О, блядь! Это надо было. Ева прилетела под фразу, но у Лео Месси всегда были проблемы с пенальти. Фанаты Лео Месси, ребята, радуйтесь. Мягенько. Так, ну что, переходим на штрафные удары. Наверное, самые интересные. Наклбол глазами вратаря. Ой-ой-ой. Вот сейчас должен был быть интересный кадр, потому что поначалу было ощущение, что он мимо летит. Сидит! Сразу вообще. Просто ракета поймает. Наклбол глазами вратаря. Ну он вильнул, но я просто не очень готов был. Но он типа да, он вильнул, а и чуть-чуть вправо ушел как раз в конце. Ёпарис. Такой звук, да? Звук хороший, да, там. Ой, хорошо. Бывает. Я схватился за сетку, чтобы меня не положило. Мне гораздо больше интересно ощущения не мои. Я-то, ну, я это вижу постоянно, мне нормально как бы, да? А вот Антон, который стоит позади меня в этот момент, это очень интересно. 9 мая. Ух.
Гола не было. Ребята, это страшно. Давайте я вам моргну, и вы поймете, что меня держат в заложниках. Гел, скажи, вот свой любимый мяч, назови его из этих всех. Один. Из этих всех? Да, вот если вот только один можно было выбрать, какой бы ты забрал и поехал домой? Телстар? Да. Шутка? Неоднозначный выбор. Да он гонит. Вот твой мяч. Вот Почему? Этот кирпич, когда Гео берет его и бьет им. Вратари очень много выпендриваются, что этот мяч летит странно, Джубулайн летит странно. А какими бить? Как вратарь я бы выбрал Телстар, конечно. Но он вот реально из всего, что есть, самый стабильный. Коннект еще стабильнее. Он вообще вот, ну, он такой тяжелый, прям такой увесистый. Самые шальные это раз, два, три, четыре. Пять специально. Подожди, а красава. Мне нравится. Как красиво, а? Как красиво. Гео, только не Ротейра, Гео. Ёпарасоте. Что это было вообще? Гео, он легкий это делал. Я же сказал, это мой любимый мяч. Как гром среди ясного неба, Гео. Навес с фланга. Босс. Гол. Сучий потрох. Так и забрался штатно. Ой! Наконец-то Слава меня поймет. То есть он летит такой, знаешь, типа сюда, сюда, а в конце сюда, и ты такой. Сейчас типа... был как знаешь, вот так. Да, да. То есть, нет, его можно ловить. Честно, мне самому интересно траекторию было посмотреть. Тут без комментария. Я для себя понял, когда я встал за тобой, Жень, что ну его. Самое важное в этом видео не то, что там, как я отбивал или не отбивал эти удары. Самое, мне кажется, крутое в этом видео будут ваши эмоции, когда вы стоите сзади меня. Вы впервые оказываетесь по ту сторону. Не вы такие, сейчас я тебя лупану на силу, а когда вы сзади стоите, блин, только бы не на силу бил. Да? Сам сок это, чтобы зрители, да, чтобы ребята увидели, как это выглядит со стороны вратаря, когда на вас летит прямой мяч 100 да. плюс километров в час. Который, ладно, он просто летит, ну то есть летит он тебе в руки ровно, и, ну бог с ним. Но когда он еще и начинает менять траекторию, опускаться резко перед тобой. Посмотрим потом на видео, надеюсь, что у нас прям получилось именно максимально это вот да. передать ощущение, ощущение да. при ударе. Тоже потому... очень хочется посмотреть. Ребят, обязательно напишите в комментариях, как вам удары глазами вратаря, как вам игра Женька сегодня в воротах, игра. После Максименко, да, как вам Слава наши не удары, ошибается. Потому что не удары были реально хорошие. Как вам пушка Гео? Гео, достань свою пушку. Вот она. Еще момент, ребят, вы очень часто пишете про то, что мы бьем без стенки, только с места. На самом деле это не так. Вот для Жени, как он несколько раз говорил, вообще, в принципе, без разницы, стоит стенка, не стоит, потому что, во-первых, ту стенку, которую мы можем установить, а это ворота 2 на 3, да, она прозрачная, и от нее смысла вообще никакого. Ну так, единственное, что она действительно делает, она заставляет меня встать в другой угол, да. То есть, а нас заставляет
позволяет бить чуть больше под мяч и делать более ныряющие удары, что мы, в принципе, в видео с повторением лучшего гола Криштиану Роналду со штрафного, Слава повторял Руни. Стенка, она не усложняет задачу ни нам, ни Жене. Поэтому в сегодняшнем видео в этом смысла абсолютно никакого нет. Все-таки идея была показать именно вот то, как перед вратарем летит непредсказуемый мяч. Надеюсь, получилось клево. Ну что, на сегодня, я думаю, все, мы будем заканчивать. Огромной вам удачи. И пока.